25 августа в Абхазии состоятся выборы президента республики. Свой гражданский долг смогут выполнить и свыше 2000 жителей Северокавказского федерального округа, в том числе и нашей республики. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель 5-го избирательного участка 6-го избирательного округа Республики Абхазия Заур Каблахов. Всего в России будет открыто 2 избирательных участка – в Москве и в Черкесске, в здании филармонии по адресу Первомайская, 26. В избиркоме напоминают, выборы пройдут 25 августа с 8 до 20 часов. Принять в них смогут участие жители нашей республики, имеющие право голоса и являющиеся гражданами Абхазии. Избирателю будет необходимо иметь при себе паспорт нового образца. Граждане Абхазии, которые будут находиться в день выборов президента Республики Абхазия, смогут принять участие в избирательном процессе в голосовании в избирательном участке номер 5 в городе Черкесске. В гонке участвуют 10 претендентов. Выдвижение кандидатов проходило с 25 июня по 16 июля. В голосовании день выборов будет проходить с 8 утра до 20.00. Ну, на сегодняшний день жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало.